Привет, дорогие друзья, с вами Тутем Палт, а мы продолжаем играть трансформеров, созданных для сражения, закаленных в бою. И мы сегодня будем участвовать в арене схваток. Я видел то, что можно выиграть энергон, и мы попытаемся это сделать. Так, у меня на базе вон, я смотрю, добыли тут люди. Точнее, боты руду. Молодцы. Надо посмотреть, нападал ли на меня кто-нибудь. Оборона, нет данных. На меня не нападали, везет мне. Так, беру кристалл и открываю его. Надеюсь, нам сейчас какая-нибудь хорошая вещь выпадет в нем. Так, надо бы какую-нибудь, я не знаю, руду или... А пусть лучше попробуем выбить энергон, что ли. Если он тут есть, давайте попробуем. Если тут энергон. Любопытно. Что за лаги были? Я и не нажимал на мышку, хочу сказать, ух, 716, неплохо. Ладно, закрыть. Неплохо выпало. Так, у нас тут сейчас через одну минуту или час. А, через час сейчас будет сделано этот кристалл. Сколько нам с Айронхайдом осталось? А, это тут у него... Это бои... А чё насчет кристалла-то? А, Айронхайд. 22 часа осталось. Так мало, ё-мазай. Нам придется сегодня... Потрудиться, так потрудиться. Так, не, магазин давай. Так, рейд. Рейд, тут можно кристалл обычного мода купить. Щиты, рекомплекты, избранные. Ага. Ну ладно, мне пока не нужно ничего. Предлагаю в бой и на арену Айронхайда как раз. На эту позицию мы возьмем. О, как раз мои отличные боты. Так, ну что? А, продолжить. Так, против тебя мне кто будет? Ты сюда давай. Ты сюда, и ты сюда. Стоп. Вот так лучше, давай, да. Все, в бой. Интересно, я выиграю энергон сегодня или не выиграю? А то это беспредел полный. Так немножко осталось. Так хочу этот энергон все выиграть. Чтобы открыть кристалл, и там мне чтоб выпал какой-то сильный чувак. Получай.
Так, надо чуть-чуть делать. Ладно, я покажу тебе сейчас своим кастетом. Ну-ка. Ну-ка, так. Давай особую. Еще давай. Каоса, каоса мочи. Мочи каос, ё-моё. Так долго возился, это просто жутко. Ну давай, Ринокс теперь начнем его. Ну чё, пацаны, вы ж командос. Чё друг другу мочим? Давай, закидай его. Ракету закидывай. Отлично вообще. Давай-ка еще. Мне нравится. Ну-ка, давай свою фирму. Молодец. Красавчик. Следующий раунд. Грузилось-то, ну ладно. Там должен, по идее, находиться этот корабль локдауна. Так, ну что, выиграл я. Серия выиграна. Играем другую. Так, ну чё? За помощи. О, кто-то молодец, помогает быстро. Отлично просто. И еще ремонтируется, что ли? Я думал, уже все. Так, тут что? Оптимус сайт, свайп и гриндер, все. Продолжить. Ой.
Сейчас потом пойдем в компанию, Энергон выигрывает драгоценный. Даже на первую позицию сейчас попробуем. Если его выиграть, конечно. Так, попытаться просто. Отлично, это молодец, как ремонт. Смотрите, какой молодец. Хорошо борется. Давай, мочи. Ну давай, завершающий. Отлично. Так, следующий раунд. Раунд. Да чувствую, сегодня все за мной будет. Зачитайте легкие и средние атаки для более долгих комбо. Я нажму видео на паузу, просто нужно. Так, ну что, пауза моя прошла, все, продолжаем. Так, запись идет, да, идет. Да, идет, так. Серия выиграна. Запрос. Любопытно. А что я за счет этой штуки-то покупать могу? Интересно. Так, мне нужен магазин. Прикомплект. Рычаги. Избранные. Зачем мне эта штука-то? Может быть, кристалл какой-то собирать? Да, кристалл, смотри-ка. Только на кого кристалл-то? А, энергон можно еще получить. Хороший кристалл, меня устраивает. Так, ладно. Давайте компанию пройдем сейчас. Попробуем обычный такой, вот это вот. Обыкновенную кампанию пройти. Может быть, нам дадут в этой кампании на фронта? Если не дадут, то это будет обидно.
очень сильно обидно. Просто ужасно долгие загрузки, это фигово просто. Хорошо-то. Как круто. Еще 30 энергонов не надо. И будет все супер. Так, где они? Так. Явно я тут не был. Да, Гриндер, миража мочи.
Ай-яй-яй, да чё, блядь. Эй, ты чё, обиделся, что ли? Я ж тебе отвечу. Это мы... Точняк, это же дед, наверное, как его... Легенда... карта легенды, на которой мы сейчас сражаемся. Это жить. Точняк, смотрите, кто сзади. Он изображенный. Смотри, честно, как легко. Это этот, наверное, великий маг, или как его там, я забыл, как его звали. Такой здоровый автобот был еще в битве с Гиберсом. Так, ладно, супер атаку и все. Не хватило до Меги. Нам побороться за кристалл, где может выпасть нам Энергона. Если он там выпадет, то это будет просто супер. Раз мне Энергон не дали. Не дали. Пипец. Все понятно. Проходим Арси. Идем потом за Энергоном в бой. Командир, вы уже проявили несколько миссий. Наши силы растут, хотя угроза растет быстрее. Что это за мир такой? Я могу ответить тебе, это мир, где правят твои создатели и повелители. Мир, где ты найдешь свою погибель. Этот мир зовется Квинтесса Нова. Покажешь нам свое лицо, ты летающий кальмар с маникальными замашками. Да я покажу вам даже больше, чем свое лицо. Я покажу вам раскаленный гнев преданного товарища, чья искра жаждет смерть мести. Я хочу теперь, но она ждет впереди. Так, ну хотя бы
Да ну да, еще все добавить. Кто тебя будет бить, Оптимус? Ну, разумеется, придется Бладжину с тобой попробовать справиться. Ну, попытаться. Да, Бладжин? Да, так. Я прикол, тут скоро девастаторов добавить всяких или еще что. Если это случится. Стрелял в ворот, пострелял в ворот, пострелял.
тебя есть хоть капля раскаяния? Арти, о чем ты говоришь? Я знаю, что ты сделал. Ты похитил Даниэла. Не держите его в заложниках на своей базе, как ты мог. Ты не должна этому верить, ведь ты меня знаешь, мы сражались бок о бок в бесчисленных боях. Приведи его ко мне, или будешь иметь дело с моей винтовкой. Так, понимай смысл, тут в одной компании двух Арси держит. Ну ладно, гриндер мочить будет. Мы уже проходили это, Пентасон уже пускали под иллюзии обман, чтобы испытать нашу веру, но мы их отразили. Поищи в глубине своей памяти, вспомни, где
я из мира лишь возвращенную версию кодекса автоботов. Это искажает твое восприятие правды. Ты не оставляешь нам другого выбора. Возможно, крайние меры придут тебя в чувство. Ну чё, Гриндер, давай. Покажи Арси снова. Получи бесплатные кристаллы в экстракторе кристаллов на вашей базе. Обидно. Что? Что случилось? Весь корпус ломит, а схема вот-вот расплавится. Музыковой контроль метасонов и то, что наши друзья-люди называют жестокостью из милосердия. Вот что случилось, но, к счастью, ты, кажется, избавился от метасонской хватки. Принятие желаемого за действие... За действительный автобот. Так. А, нет, да, этот. Ну вот так. Можно забрать золото на базе. Отлично. Это чё? Отлично, более редкий. Ну, блин, я же это знаю. Ты чё меня учишь-то? Я уже не первый раз. Так, ну-ка, давай обратно. Так, надо бы кого-нибудь прокачать. Тут у нас что? Помочь. Так. Сделать запрос. Ваш инвентарь заполнен искренним разом. Так, стоп, а насчет предметов то что? Понятно. Так. Значит, кого-то нам надо прокачать. И это будет Гриндер. Гриндер классно получился. Я в него все вложу. Стал. Запасы
Что мы теперь сделаем? Мне сейчас вот-вот новый уровень будет, дадут энергон опять. Поэтому предлагаю идти еще какую-нибудь сюжетную линию пройти и дадут нам наконец энергон. Вот. Нас тут речит. Отлично, не отряд начинаем. Металлолом, пришло время это изменить прямо сейчас. И как ты предлагаешь это сделать? Любыми средствами? Полагаю, ты подразумеваешь насилие. Твой соратник по имени Рэтчет говорил мне, что тебе не достает интеллектуальности, потенциала для решения проблем других мест способами. Рэтчет у вас? О, у нас и Рэтчет, и многие другие. Так, туда я не пойду, я выбираю простой путь. Ох, Гримлок, где сейчас Гриндер просто забьет. Способности ботов-тактиков дают им классное преимущество над ботами-задирами.
Давай, матч. Да, так. Давай, мясо. Давай, мясо. Ворот. Так, мы победили, делаем небольшую паузу. Так, я вернулся после паузы, продолжаем. Хотя бы. Вот и техники генерируют щиты, управляют силой, создают самую передовое кастомное оружие. Еле-еле справился, ну молодец. Так, а вот Оптимус. Так. Стоять, ты осквернитель протокола. Рэйчет, дружище, моя приверженность протоколу как раз таки спасает твой старый ржавый капот. Спасает от чего? Знаний, просвещения. Эти квинтэссоны опережают нас в науке и технологиях на много световых циклов. Ваш допотопный главврач прав. Повинуйтесь, или вам придется сразиться с ним. Прости, но я не следую приказам квинтэссона. Бой.
Василием сейчас будет. По сути, задира против задира. Чё тут так мало персонажей? Сделали бы еще. Добавили бы там сразу частей. Так неинтересно. Где тот же самый локдаун? Что-то не видно. Или Гальватрон, не знаю. Так, ну-ка. Не бибикай, Оптимус. Я тебя сейчас прячу просто. Понял? Чё ты делаешь? Я тебя забью. Давай, ещё один. Вот ты, главный покер стоишь. На, где? Получай. Отлично. Опыт опять. Что делаешь? Эта планета находится на передовой интеллектуального развития. Не отложка, дело говорит. Квинтесса новая обладает всем необходимым для вхождения в новый квинтессенский золотой век. Галактика находится на пороге квинтэссенции, если хотите. Наполненный темным энергоном, думаю, что нет. Будет гриндер, и гриндеру надо бы дать силу, все максимум, все, давай, гриндер, я надеюсь на тебя, ты последняя надежда. Ровно 150 энергона. Теперь покупаем этот кристалл. Ну что ж, будем молиться, что выпадет нам что-нибудь стоящее.
Давай остановим. Да нет. Да чё ж ты? Ну ладно. Окей, ну давай его под улучшим, и он у нас будет новым, как говорится, товарищем в бою. Ну по сути он у нас тоже этот крушитель. Так что пойдет, в принципе. Так, отлично, вот так вот тебе хватит. Все неплохо, и ты у меня будешь за место... этого Ринокса. Обидно, конечно, то, что не сильно хороший товарищ выпал, ну ладно. Так, теперь за место этого Ринокса я поставлю нашего старого. Вот этого, да. Все. Теперь все меня радует. Теперь в боях тут мне влепим сюжетную линию. Все участвуйте в этих событиях, ребята, женщина. Ну давай продолжение, это мне делать что-то. Так, вот сюжетную линию сейчас засуну ботов и на этом заканчиваю серию. Так, изменить отряд. Микс-мастер, все. Супер. В середине такой стоит, нафиг. Ну ладно. С вами был Тутенпаут. Всем до скорых встреч. Всем пока.